В арт-холле отеля «Чарушин» открылась выставка «Я здесь живу», приуроченная к Дню защиты детей и грядущему юбилею Кирова. Среди нескольких десятков работ есть сразу две юного художника Дмитрия Мартынова. Одна из них, портрет оперного певца Федора Шаляпина, висит в центре зала. На работу 7-летнего Диму вдохновили пластинки с музыкой, которые он слушает дома. Вот рядом с Шаляпиным сидит блоха. Вот. Он поет песню «Блоха». Вот. А почему именно «Блоха»? Потому что это моя песня любимая Шаляпина. Вот. Жил-был король когда-то, при нем блоха жила. Пока Дима развивает исключительно исполнительские и художественные таланты, к другим его не тянет. А почему тебе именно рисовать нравится? Может, тебе больше там футбол нравится играть или еще? Футбол я вообще не люблю. Поэтому Дмитрий уже год занимается искусством, и таких детей тут много. Здесь представлены работы детей от 5 до 13 лет. В количестве, наверное, работ 40 или 50. Техника, графика, тушь-перо, акварель, фломастеры, гуашь, живопись, бумага, пластика, пластилин, аппликация. При этом авторы выставки 2 года берегли название «Я здесь живу». Оно появилось не просто так. Дело в том, что в моем доме, где я живу, на площадке, очень-преочень пожилая женщина, ей больше 80 лет, решила навести чистоту. Я ее спросил: тетя Галя, вам же, ну что вы делаете, давайте я. Она: все хорошо, Александр, я здесь живу. И вот это название выставки родилось, смотрите, просто из общения с человеком. Выставку с историей можно бесплатно посетить каждый будний день в арт-холле отеля «Чарушин», расположенного по адресу Московская, 5, без возрастных ограничений.